Вот наш основной продукт. Это балансир рядный, балансир передний, балансир передний, балансир задний. Эти современные станки только еще начинают свою работу, но предприятие, где установлено оборудование, уже имеет солидный рынок сбыта. В одном из цехов промышленного парка «Мастер» налажено производство запчастей к военным бронемашинам. Нам оказаны такие меры господдержки, которые позволили нашему предприятию, находящемуся на положении стартап, уже приступить к массовому производству запасных частей. Готовим свое предложение во взаимодействии с 29-м консультативно-аналитическим центром Министерства обороны Российской Федерации, предложение для Министерства обороны. На предприятии соблюден и принцип импортозамещения. Все станки куплены на Тверском машиностроительном заводе. И если раньше за день здесь изготавливали 7 деталей, то теперь это количество делают всего за один час. Поддержку оказала региональная лизинговая компания. Предприятие получило льготный кредит в 20 миллионов рублей. Первый резидент ТСР получил комплексную поддержку. Это и налоговые льготы в качестве резидента территории опережающего развития, и сопровождение инвестиционной деятельности, и услуги регионального центра инжиниринга, и льготная аренда производственных площадей в промышленном парке «Мастер». На данный момент региональная лизинговая компания заключила 38 договоров на предоставление в лизинг оборудования на льготных условиях по ставке 6-8% годовых на сумму почти 400 миллионов рублей. В планах предприятия развитие мощностей, увеличение рынка сбыта, расширение перечня производимой продукции. Юрий Кораблев, Денис Сахаров. День в событиях.